Здравствуйте! Сегодня с вами сделаем парфе с фруктами, с ягодами с нашими. Для этого нам понадобится вот смородина, клубничка, банан, сливки жирные, сыр сливочный, без добавок, безо всяких, сахар и ванилин. Сейчас мы с вами будем все это взбивать. Кладем сыр сливочный. Нужно нам 200-240 грамм. И вот так вот я его накладываю. Здесь у меня 400 грамм, половинку берем. Сюда же кладем в сыр сахар, 7-8 ложек сахара и пакетик ванилина. И это все взбиваем. Сейчас мы это отставим пока в сторону и будем взбивать сливки. А теперь мы будем взбивать сливки. Ну вот мы взбили сливки. Теперь мы их соединяем с нашим сыром и потихонечку перемешиваем. Все мы взбили. Теперь будем помаленечку класть ягод. И заливать. Сверху положим немного банана. И снова заливаем. Сверху положим маленечко Викторию, ягодки. Маленько смородинки. Наше парфе готово, но нужно его еще поставить в холодильник для загустения. Как только загустеет, так будет готово все к употреблению.